Санта. Так, друзья мои, всем привет, это Арма, мы что-то типа разведки, нас 6 человек, 2 машины, цель наша защитить красный триггер. Мы типа ополчение ДНР, против нас ВСУ, за зеленую никому нельзя, нам нельзя выходить за синюю. Все, вышли. В принципе, где-то здесь уже можно рассаживаться. Да, нам как бы почти доверно. Так, мы на позиции, все. Нет, блин, мы все продублируемся. Так, заняли оборону и ждем вражину. Даже атакующую сторону, так скажу. Понятно. Не мое. Вот. Отсюда откуда-то был. Так, слышу РПГ выстрел. Давай туда, наверное. От меня, да-да-да-да. На юг. Любим смещаться. Пошли, пошли. Грамм, метку поставили на врага, мы смещаемся. Давайте аккуратнее, не торопитесь, типа, ну, у вас там на 2 отделения 3 человека. Нам больше достанется. Три человека на 2 отделения. Жестко. Санта, ну, вы там смотрите, там вполне возможно, что свои сожгли этот КамАЗ. Принято. Я сейчас посмотрю и доложу. Я уже директор станции. Так, я дальше не иду туда, пока остался здесь. Полосата, там скажешь, что? Что-то горит в низинке. Да, там наши подходят к дыму. Вообще-то, верните. Техника горит. Ну, верните-то на позицию.
десанта, смотри, 195-го визуально, если там чисто, начинайте потихонечку на запад двигаться. Понял, принял. Ну чисто, да, не визуально метку никого. Зеленую дал, пойти туда. Принято. Так, а передо мной кто-то был? Я, наверное. Я у столба электро стою. С РПГ кто шарится по горе? Ой, я, блядь, будет. Опа. По тебе? Нет, по врагу. У нас РПГшника убили какого-то. Прям передо мной, на которого я смотрел, ты говоришь, я, и тут стрельба и... Я сказал, я в поле у электро столба. Это значит, другой РПГшник. Ну, там не должно быть другого РПГшника. Посмотрите, типа вы зеленые, они такие, ну типа коричневатые. Ну, по-моему, наш был, наш. Я закрепился, да, бегает пехота у меня передо мной впереди. Ну, ставлю метку. Отделение. Метку поставил. На вершине этой горы. Минус один. Мне кажется, надо бесполезно уже сидеть. Ну да, давайте с это моя группа на копыта сгоняем, осмотрим восток. Полосатый живой? Да. А кто с нами еще был? Так, ну я этого одного убил, движухи больше нету. Снял еще одного с ОШГ. Отлично. Это был свой. Свой? Да, это был ферзь. Зачем тебе на ферзя бить? А хуй он тут стоял? Давай. Имя не подписалось его. Я думал, враг. Так, полосат, ты в елке сидишь, да? Да, рядом с трупом, блядь. В низину посмотри. Да, все, это ты, все. Пошли потихоньку на гору, блядь. От тебя она сейчас будет на севере. Ну, на макушку, там, где трупы. Чекнем оттуда и будем смещаться, куда поставили нам метку. Меня только не убей, я иду от тебя справа.
на горку со снайперкой, да? Да-да-да, вот два трупа лежат. Причем они сами себя перехуярили. Тут РПГшник есть, я возьму РПГ. Полосатый? Ну, я думаю, навряд ли он выжил. Парни, я один остался, полосатый минус. Вокруг меня враг бегает. Ай-яй-яй-яй-яй, я же видел тебя, но неужели я по тебе не попал? Живи, мужик, живи! Ах, умер, блин.